Здорово, Мэткат. Спасибо за заказанную водичку. Сейчас мы это дело откупорим. И накатим, как говорится. Как ты? Как твои дела? Как твои выходные? Капитан Илюх, здорово. Рад тебя видеть. Как ты, как ты? Как твои выходные, расскажи мне. Как вы там вообще в целом? По состоянию, по самочувствию. Как дни проходят? Что хорошего произошло? Я думал, не, да какой там? Чтоб медведь меня и сажал. Это ему постараться надо. Как говорил один герой одного фильма, чтоб пожрать, вам придется поработать. А вот с медведем то же самое. С жабой, да, с жабой более вероятно. Но нет, но нет, мы с ней договорились. Так, ладненько, давайте пока потихонечку начинать. Я думаю, пару часиков мы с вами сегодня точно поиграем. Может быть, 3 часика, может, чуть побольше. Посмотрю по состоянию и по интернету. Я к врачу еду. Понял, понял. А чё, так рано едешь? Ты в 4 часа, тебе так долго добираться, что ли, до него? Если ты на больничном. Обычно, не знаю, там, запись. Ну-ка, врачу, да. Поликлиника-то обычно районная же. Даже если платная, все равно обычно находится где-то вот в пределах там получаса максимум. Так, ладненько, давайте, да, стартуем, стартуем, стартуем. Конечно, интернет нам подлянку устроил, что вчера отрубился где-то часиков 7 вечера, что сегодня только час назад заработал. Такое себе дело. Ой. Все может быть, да. Все может быть. Мы не будем этого отрицать. Может быть, и РКН тут почудили немного. Но я сейчас опять, он, походу, Twitch ломается, показывает только одного зрителя. Хотя я помню, когда РКН чудили, да, вообще ноль показывало. То есть там человек 20 сидел, а Sony показывает в онлайне 0 человек. Просто комментарии появляются, все, а число зрителей не увеличивается. Надеюсь, сейчас этой штуки больше не будет. Да не надо еще куда к 17. Переехала прописка по старому адресу. Понятно. Ну да. Не очень-то, не очень-то. Да, понятное дело. Но все ж чутка приятнее, правильно, чем ноль видеть. Так, обслуживание, узлы с... Ладно, пошли сначала поможем обслуживанию. С узлами. И с этими мы поговорили, да? Я ему все отнес, мне потом рассказал про... Про видеозаписи. Подождите, а это что такое? Опачки, новый доклад. Предложение для телевидения. Мне сейчас, конечно, читать проблематичным будет, в нос немного. Ну ладно. Так, предложение по телешоу. Основываясь на успехе «Ночной Америки», мы хотим предложить создать телевизионный сериал, в котором суеверие и скептическое мышление представляются как развлечение для популяризации этих концепций среди гражданского населения и создания меньшего сопротивления для перенаправления информации о публичных проестественных событиях. Также мы можем использовать надежные средства массовой информации для проверки параестественных концепций на гражданской аудитории, наблюдая за тем, как она реагирует на определенные факты, представленные как вымысел. В случае, если бюро когда-либо решится сделать определенные реалии достоянием общественности. Существуют различные лицензии на шоу, которые мы могли бы приобрести и перезагрузить вместо того, чтобы начинать с нуля. Один конкретный объект интеллектуального права кажется многообещающим, особенно учитывая то, что его содержание и тон как раз являются тем, что мы ищем. Он называется Night Springs, и вот уже как несколько лет снят с эфира. Вот так, они прям думают на будущее, да? Как бы им это все сделать-то? Воу, 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 воу. Да, Горилла, приветствую, рад тебя видеть, дружище. Большое спасибо тебе за передподписку уже второй месяц. С возвращением в ряды сержантов воздушных пиратов. Как ты? Как там Шумахер поживает? Там Никит стримит Сусима, я фоном пока понял, понял. Хорошо, Маткет, спасибо. Спасибо, что предупредил.
Так держать, так лягух периодически оставаться. Так как доступа. Понял, понял. Хорошо, Илюх, спасибо то, что предупредил. Это приятно. И немаловажно. Я тут первый день на работу уже, что я могу сказать одно слово попа, разгребаю. Это, знаешь, это классика. Вот ты ушел, да, в отпуск, а возвращаешься, а без тебя реально жопа какая-то начинается. Все не на своих местах, да. Все через жопу делают. Это не без этого, скажу я тебе, не без этого. С одной стороны, хорошо сходить в отпуск, да, отдохнуть, расслабиться, а потом ты понимаешь, когда ты возвращаешься на работу, что, боже, что вы просто наделали, да? Что вы наделали? Это одна из причин, да, по которой не очень приятно из отпуска опять на работу возвращаться. Фоне, понял, хорошо, спасибо, ты Карел. Хорошо, Шумахер заделался паркурщиком, нифига себе. Испытывает новые высоты. По шкафам да диванам прыгает. Ох, шитформер. Если уйдете, вы умрете. Прикольно. То есть левая ветка диалогов для... Понятно. Слева один вариант более такой нейтральный, понятен людям, да, а справа вариант такой, как бы уже понятен, скорее всего, только работникам бюро. Через прошло, да, терпение. Глаза боятся, руки делают. Не без этого, не без этого, да. Потом ввели 6 уровней биома. Уф. А она все еще пока, типа, в раннем доступе? Или уже полноценно вышла? Я все сейчас же Eastward вышел, получается. Буквально там 16 числа, что ли. Все хочу у него поиграть, но она вышла пока только на ПК и на Switch. Я надеюсь, что ребята все-таки разработчики выпустят ее на PlayStation 4. И желательно на русском языке, конечно, потому что пока она на английском языке. А я сюда ходил, да, вроде? Нет, не ходил. А что у нас здесь? Так. Ускоритель захвата и музыка. Тут я понимаю, а? Портрет так портрет. Кстати, видно, что она постарела? Или ты имеешь, что на портрете? Я пока вижу только мешки под глазами, но я не помню, были ли они изначально или нет. В чем проблема? Карта игры. От того, что узнал, да, сюжет максимально не один. Микула, да, Микула, походу, отъехала пока что. Так, подожди, а мы здесь были? А вот и музыка, слушай, смотри, а мы сюда даже не заходили пока, да? Мы ж сюда даже не заходили. Ну-ка. Экспедиции. Чтобы зарабатывать уникальные моды, пройдите экспедиции в бета-карьере. Достигайте каждой из 4 целей, структура будет отодвигаться, открывая спрятанные за ней награды. Ага, сложная экспедиция, которой даются редкие награды. Ну хорошо. Вперед. Урон от оружия игрока и врага 100%. Начать экспедицию. Ага. Экспедиция, которая дается. Ну давайте попробуем. Давайте попробуем. Фиона, здравствуй, дорогая, рад тебя видеть. Привет, привет. Как ты? Как поживаешь? Все ли у тебя хорошо? Карьер. Отлично. Я так понимаю, что здесь внутри у него будет что-то раскрываться, да? 24 минуты дали, да, нам на экспедицию на это. Это понятно, что ничего не понятно. Пошли в первые врата, наверное, да? Нет. Не как звездные врата, здесь так не работает, да?
Опа. Ладно, это тоже было интересно. Я еще управление все забыл, блин, за те дни, что мы с вами не играли. Так. Справ... Напрямки поедем. Давай. Ты справишься, молодец. Зачисти тарелки АПА. Оп. Ну-ка, давай, сражайся за меня. Там уже готовится засранец въехать в меня. Совсем. Ни хрена себе! Реально плюс 100% урона. Все, отъехали. Это было быстро. Даже очень. Таня, приветики. Приветики. Как ты? Вот, всех рад видеть. Все неплохо, вот скоро перестану быть. О-о-о! Так, ну, заранее поздравлять, наверное, не буду. Давай подождем, да, с этим делом. Так, вообще, это хорошие новости. И это очень хорошие новости. Хотя, наверное, ты уже привыкла, да, тоже так особо рано не вставать. Непривычно первое время очень будет. Да, что-то нас быстро очень тут укокошили. Нас сейчас, наверное, вернет прям в этот, в бюро. А, нет, не в бюро, ладно. А время идет, кстати. Время-то все это время идет. Здесь сколько нас хватит? Не хватит, да? Хотя нет, слушай, хватит. Хватит, нормально. Да. Я еще и стрелять разучился за это время. Не стреляй. Главное со снайпером разобраться, они самые гадкие. Не стреляй, партизан. О, отлично. Так, надо просто тарелки, получается, очищать. Ребятушки, секундочку, телефончик. Их разрушать надо или чего? Читал 9-й том бездны, последний на тот момент, что хочу еще. Вот, у меня так же было, когда первый сезон посмотрел. Ровно точно так же. А, надо просто постоять и захватывать территорию, я понял. Еще летун гребаные. Несколько летунов гребаных. Врагу не сдается наш гордый варяг. Нет. Все, захватил уже, да? Так, еще одну снизу помню. Сейчас поищем. Вон. Здесь. Опа. Не, приятель. Так нельзя. Так делать не надо. Что такое? Ой, сзади постреляли. Сзади. А кто? А где?
волчица. Отлично. Что они прям мощные, реально. Видно, что урон у них повышенный. Ну, 100% это уж перебор. Захватывайся сейчас, ребят, почитаю. Больно. Бьют со всех сторон. Не-не-не, ты даже не думай сюда прилетать. Даже не думай. Просто сразу бахнет меня с первого раза. Там чувствую. Так, раз пошел. Да, куда, 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 куда. Это было. Это было близко. Этот засранец был близко. Ой-ой-ой, как же тебя штырит, да? Совсем не отпускает. Так, последняя. Проблема в том, что я ее даже не видел нигде. Я не знаю, где ее искать. Эти звуки страшные. О-о-о! Я понял. Нам главное под них не попадать. Просто ищем точку последнюю. Просто ищем последнюю точку. Сейчас, ребят, сейчас почитаю. Обязательно почитаю. Ой, не на... Даже не думай. Ой, кто-то упал. Надеюсь, ты летать не особо. А вот он. Опа, все, теперь не полечится. Где же эта точка-то, блин, а? Нашел? Не-не-не-не-не. У нас так не принято делать. Совсем. Все, отлично. Сейчас. О, бегут уже, смотри, да? Товарищ, что выпялся-то так вернулся к структуре. Это назад, да, надо бежать теперь? Или нет? Наверное, да. Фух, давайте так поставлю на паузу, вас почитаю. Ну-ка. Так. Да, дождливая погода в Москве. Я тут с тобой полностью соглашусь. Причем очень дождливая. Не люблю незавершенную историю. На режим ждуна он. Да, я тоже не люблю, когда смотрю всем телечитаю. Ну, я не читаю. Ну, читаю тогда по книгам, смотрю, читаю. Или играю в какую-то незавершенную историю. Какой-то осадок потом остается вот с ожиданием. Особенно, когда там ждешь по несколько лет, потом просто забываешь, что было. Приходится пересматривать, переигрывать, там, перечитывать. Та еще гадость. Ух, что тут ждун, да. Звонили, я тут это, что очередь на контрол с чаем. Приятного чаепития, Фион. Приятного, это приятно. 4 чашки уже выпил. 4, давай, ставим 6. Приятно тоже со фруктовым. Опа, тоже приятного. Да, надо бы самому сегодня тоже себе чаёк сделать с имбирём, с лимоном и с мёдом. Вроде как температура все спала. Особо только нос подбешивает и горло немного. Ну как горло. Так. Почти никак. Надо, чтобы болтать много, сложно. Ну или читать. Так. Теперь сюда. Может, все интереснее и интереснее. Тоже неплохо молочный улов. It's not bad. Чаёк прям очень вкусный получается. Не надо было чай, да, если бы я бы себе коктейль молочный такой делал. Но для горла желательно именно теплый чай с лимоном, медом, имбирем. Ну и просто для укрепления иммунитета. Данные в тени в лесах бета карьер руина. Так, где эти данные? Здесь? Ископаемые какие-то, посмотри, а. Где эти? А, вон они. Открывайся, зараза. Опа. Я не слышу. Я точнее не вижу, но слышу. А ну-ка оттуда.
знаю, откуда он стрелял. Интересно, эта штука хорошо у него сработает или не очень? Я думал, хорошо, да? Да, отлично. Перезарядка, зараза. Стоять, не двигаться. Стой на месте, или я буду стрелять. Ой-ой-ой, сам в себя попал. Ну да, с этим оружием не мудрено. Ты волнуй его. Отлично. Добили. Нет, не добили. Еще волны есть сейчас, ребятушки. А, мода оружия заполнена. Сейчас, хорошо. Сейчас почистим. Сейчас почистим. Мода оружия. 25 из 24, да? Интересно, как так получилось-то. Прибавка урона. Урон при низком здоровье. Так, ну эти два мы убираем. Убираем. Похожие, похожие. 57. Так. Так. Чем уже даже, ну, повторов толком нет. Одного и того же там вида, да? Скажем, там их все меньше и меньше становится. Так, откуда? Где? Сверху. Ага, и вдалеке. Ай, пескуны. Зараза, пескуны, воу. Обходит где-то, да? Не в саму себя. Так, межпространственное, что там трофей получен. Не знаю за что. Взрываются, взрываются. Твою мать-то, ну как ж так-то, а? Ни хрена еще не видно там. Акимо, здравствуйте. Здравствуй, жвачка, рад тебя видеть. Здравствуй, здравствуй. Как ты поживаешь? Где ты пропадаешь? Все ли у тебя хорошо? Ставочку? Люх, честно, сейчас, ну, не буду, правда, бегать пока что в ставки делать. В другой раз, ладно. Просто по состоянию туда-обратно, блин, бегать так себе. Черный с бергамотом, потом зеленый, потом глинтвейн, а потом бахнул имбирный. О, ядрено. Вот, имбирный, это прям самое то. С такой погодой прям самое-самое то. Заряжаешься на неделю вперед. Зулу, здравствуй. На зону. На конкретно на эту зону ты между ставочку поставить? Пропадаю в ТФ2, на, думаю, на премиум. Так, господи, я в ТФ2 последний раз заходил, не знаю, году в 12-м, может быть, в 11-м. Так, короче, она здесь зачищена. Обратно туда получается. До конца чистить. Здесь теперь с самого начала придется делать, или уже какой-то процент у нас зачищен? Конкретно в той зоне. Сейчас будем проверять. Надеюсь, что зачищен. Нет, походу, заново. Это не хотел. Не хотел. Случайно получилось. Чисто случайно. Ох, да я модера сам поставлю. Это же сам тоже надо к компу идти. Сейчас надо будет випку снимать и переставлять на модера. Это же знаешь, Люк, что модер должен быть, скажем так, человек максимально отстраненный от всех конфликтов. То есть просто Никита знает, что он вообще там что-нибудь скажет, он там в конфликте не участвует сразу же там. Всем говорит, все как куда есть. Ставится по местам. А ты человек эмоциональный, как я когда-то тоже так. Можешь словцо крепкое сказать. Так, что там, что там? О, здорово, Зеноч, спасибо за рейд. Что там, что там, что там? Team Fortress звает, да. Прошел Дельтарун вторую главу. И как тебе?
Как тебе Дельтарун 2? Не знаю, я все-таки, наверное, подожду все 5 глав, когда выйду, тогда поиграю в нее. Ну, типа, кусками не хочу играть, потому что, типа, в ранний доступ, блин. Получить игру. Сколько она вот по времени уходит? Часов 5 на прохождение до этой главы. И а где они? Где? Я никого не вижу. Время-то идет, между прочим. Время-то идет. Где-то сидит, небось, падла, а прячется. Вопрос только где? Сейчас, ребят, поищу, потому что время тут идет. И задание на время, блин. Которое я не люблю. Где он может быть, а? Вот где-то последний, скорее всего, сидит. Щегол. Не всегда. Не всегда согласен, да. Сразу бан. Здорово, Зарс. Здорово. Приходи. Спасибо за водичку, Зарс. Спойлер по поводу глав. Какой? Что за мини-спойлер? Не больше. Не, 5, по идее, должно быть. 2030, вот когда все выйдет, как Final Fantasy мне ждать. Всего глупого, скорее всего, не будет стандартно. Ну, не знаю. Не знаю. Я человек, умеющий терпеть, когда это надо. Знаю, что история будет незавершенно играть, но. Хотя да, в тот же ремейк 7 финалки я поиграл. Опа, опа, вот и он! А вот и он, больной зуб. Наконец-то. Сколько ж ты мне крови попил, сранец? Ждем других приятелей теперь. Вообще можно вот сюда забраться, да? Чё я парюсь-то? Во, надо отсюда всех отстреливать под музыку. Откуда там? А ну-ка. Всех на место поставим. Ни хрена себе это, да? Даже не думайте, даже летать, даже не думайте, нет. Где-то подо мной, да, скорее всего. Вон они. Сейчас посмотрим, что это за запись, кстати, была. Подожди, что за запись была. Послушаем, что там, мультимедиа. Первый журнал бета-карьера. Squad Captain Lopez, mission 17B. At the formation now, visually, no distinction from the previous visit. The link detectors are still standing. One arch has a light flashing, so we're gonna give the area once over. Then we'll head back. Lopez out. Издали правда. Ну кто знает. Санчо, здорово. Вы же написали, глав будет 7 глав, да. Ну и хрен вы с ними, чатик, здрасте, да, всем с кем. Игнорить игру с 10 лет. Если это не фейк, конечно, вдруг они по приколу написали. У меня 7 часов почти на второй главе. Я, конечно, много обходил. Но... 7 часов. Не знаю, не знаю. Я могу и подождать. Нет, не к спеху, пока еще есть игры, которые проходим. Опа. Я не думал, что здесь тоже собирательные предметы будут в карьере, блин, они и сюда их что-то пикнули. Опа, вот это было неприятно. Вот такими темпами я и умереть могу, если я аптечки сейчас не подберу. Поэтому быстренько спускаемся, но ненадолго. Либо пока всех не убьем мелких. Потому что они намешали будут. Оп-оп-оп-оп-оп, тихо-тихо. Не-не-не, подожди, вот так дела не делаются здесь. Так. Я полностью не полечусь, наверное, да? Или полечусь? Главное не попасть под его вот эти вот метания. Сейчас, ребят, сейчас.
момент в море, он очень больно все делает. Постоянно в щит уходит, блин, а? Чё, меняемся ударами, да? Не такими, не такими. Поэтому надо из пистолета в него пострелять, быстрее будет. Мы уже пришли к тому, что да. Порой из пистолета быстрее снимать и щиты. И атаковать. Он сейчас мне все время сожрет. 7 минут осталось. Фуф. Все, отлично. Еще волна? Серьезно? Или опять мы не... Все, отлично, вернулся к структуре. Да, умеют они почесать нервишки. Что там дальше? Что там дальше? Так, нашел секретных боссов, ведь они всегда есть. Я слышал то же самое. Привет. Без вебочника, я думаю, не без вибрончик. Думаю, я не гоню на стрим, смотреть и видеть, кто стримит. Там, вот, уважуха. Идем вебки от тебя, косачек. Жди, вахи текут от тебя. Здорово, аниматоры, здорово. Когда-нибудь вебка тоже появится на стриме. А пока в приоритете карта захвата. И желательно уже новый ком взять. Потом уже можно и по вебке подумать. Вот так вот, Зен, да, бывает. Называют тебя малым. Что это камера? Без всех потекших. 7 минут, да, ладно, бегом. 6,5 уже минут. Нам нужно еще 2 структуры, получается, открыть, да? Или одна, подожди, один телепорт. Или просто я отсюда вторую еще не вижу. Ага, 2. Все. Правильно, поэтому 4 телепорта. Я боюсь, что я могу не успеть. Куда? Наверх? Или просто прямо? Просто прямо. За него можно смотреть. Хорошо даже ради голоса. Скучные стримы. Спасибо за ответ, брат. Да не за что, было бы за что. Аниматоре, большое спасибо за фоллоу и добро пожаловать в команду. Будем надеяться, не пожалеешь об этом. Заранее рекомендую правила прочитать канала. Чтобы не было каких-то нюансов. И недоговорок. И взаимонедопонимания. Что? Вебинарическая журнала погибших рейнджеров. Так, первый готов. Как она его тут за... О, я понял, в чем прикол. Быстрее. Первый готов. Не та пушка. Так, есть. Зараза. До свидания. Пока я волны, да, не освобожу, я не смогу просто так журналы подобрать. Они просто не дадут мне это сделать. Я, кстати, изначально думал, что я ракету его захомутал. Нет, это был камень. Где еще? Ну-ка, отлично. Здорово, рубль. Здорово, рад видеть. Это могу я не приходить. А что у тебя входит в понятие нескучных стримов, аниматоре? Ну, помимо вебки. Что входит в твои понятия того, когда стримы не скучные? Что на них должно быть? Чтобы ты мог им присвоить, скажем так, плашку интересности или заинтересованности. Так. Сверху, что ли? Нет. Как-то странно, звук отображается. Сверху точно нет. Сейчас поищем. То есть
есть Кучинка вот где-то здесь, потом пропадает и появляется в другом месте. Ага, вижу. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас опять появится сранца. А вот эти ждать особо не будут. А можно же с ними не драться, а просто... Нафиг сбегать, времени тратить. Второй журнал потом почитаем. О, снизу все-таки был все это время. В этой зоне, но снизу. Это последний? Да. Все, теперь... Оп-оп-оп. Не-не-не-не-не-не-не. Вот так у нас совсем не принято здесь. Вот прям по полной программе не принято. Нет, не-не-не-не-не-не. Так тоже. Я лопухнулся. Ладно. Главное, что засчитали же, да? Я думаю, засчитали. Скажем так, ускорились. Рубль расти, да. Чел плати налог. Человек и Гох, ты же про Джона говорил? Да, 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 про Джона. Который максимально отстранен от всех конфликтов. Ну, старается, по крайней мере, от них отстраняться. Останется абстрагироваться, даже вот так вот будет правильнее выразиться. Засчитали, не засчитали, интересно, этот телепорт нам? Сейчас посмотрим по шкале. Ладно, сразу что в четвертый пойдем. Подожди, если мы хоть знаем, что происходит. А с четвертым мы пока не знакомы. Так. Да, вроде засчитали. Бегом, бегом, бегом. Шналя, шналя. Напрямки полетим. Так. Еще ниже получается. И там уже красный свет, и мне это не нравится. А, ага, 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 хорошо. А как он отображается у нас здесь? Тоже бочки с этим, не? Но это не они, это просто камни, да? Да. Так. Какой материал заражен исами? А, вон они, да? Отлично. Не-не-не, прячься, мне сжигать его надо. Умри за меня, воюй за меня. Убей за меня. Так, здесь его нет, да? Вы полгода еще перестреливаться, что ли, будете, а? Так, минута, 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 минута. Чуть больше. Сейчас, ребят, почитаю обязательно после того, как здесь все соберем. Иначе все это было напрасно. А ну, пошли со мной. Еще проблема в том, что они на 100% больше урон наносят. Ну, я им тоже, но я больше переживаю то, что они мне столько урон наносят. Так, где-то еще есть, да? Вон он, последний файл. Точнее, последний материал. Тихо, 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 тихо. Я ухожу. Это все? Это все, отлично, выполнили. Быстрее, 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 быстрее. Ух! Чуть по жопе не зарядил. 40 секунд. Пошла спидран-страта. Так, сейчас, подожди, аниматоры, сейчас я вижу, что сообщение там длинное, сейчас я его почитаю. Так. Оооо, а почему? Где извращенный турист? 10 секунд. О, я понял, это же ты, да? Нет, я вряд ли это она, да? Он. Я не успел, да? Понятно. Жалко, мы были близки.
Ладно, потом к этому вернемся. Конфликт человек наяривает в ассасина каждые 2 дня. Абстрагируюсь. Не, дорога Солнечной системы. Достаточно полосно. Скучно, братан, это не просто играя голос. Нет, ты видишь стримера, его реакцию и понимаешь, что не зря ты с ним. Ну, реакцию можно почувствовать и услышать не только, да, по веб-камере. Потому что ты можешь увидеть ее по вебке, но ты также можешь ее почувствовать и услышать. И да, мне интересен конкретно список того, что делать интересным стримерам. Потому что реакцию ты можешь узнать и без вебки. Прочувствуйте Гоху. Даже бот ушел. Да, Микуя не выдержала. Микуя не выдержала моего 4-дневного отсутствия на Твиче. Да. Поставить пластинку. Миссия завершена. А, то есть меня засчитали. Даже если я провалил, получается. Или сейчас быстренько опять это сделаем. А, и жетон, кстати, тоже не засчитали. Хорошо. Давайте по-быстрому попробуем. Благо теперь знаем, что делать. 500 рублей прочувствую, кого хочешь. Даргингова. Ой, Даргингова. Опять байты пошли. Кого и как собрался прочувствовать? На 5 баксов, есть 5 баксов. Да. Он сразу вспомнил шутка про доллар и не грози же ему централу, где парень с пакетиком ходил. Кто помнит, тот помнит. Кто не помнит, значит не надо помнить. Дешево. Да. Так, здесь, в принципе, тоже можно время особо не тратить. Главное с начальными врагами разобраться. И вот с этим шариком. Куда он делся? Грёбаный шар, а? Так, выше же, да? Или нет? Блин, я уже... Ладно. О, пошло дело, пошло. О, сразу же появились, да? Да вот только тебя здесь не хватало, да? Ну ладно, зачищаем потом. Сначала зачищаем, потом уже начинаем все дело захватывать. Я у тебя спросил, так, что входит в твои понятия интересного стрима, помимо вебки? Ты просто написал про реакцию, да, когда ты ее видишь. Я сказал, что реакцию от стримера можно также услышать и прочувствовать, даже без вебки. Что еще входит в понятие интересности для тебя конкретно по стримам? О боже, да. Надо ставочки такое пропускаем. Какую ставочку? Давай, Илюх, закидывай идею. Я так и быть, сейчас даже встану к ПК и устрою вам эту ставочку. Пройдем ли сейчас с одной попытки, да, все испытание или что? Или без смертей? Ну так, пройти зону как? Пройти зону просто вот за 20 минут ее пройти или что? Или без смертей, без чего, как? Даже без смертей это жестко. Ай, сейчас, дойду до ПК. Давай, начинаю прогноз, давай. Так, начать прогноз. Пройдем ли зону мус томата? И ну, с автомата. Hola, Карин, glad to see you here. Yeah, why not? Как ты любишь. Заодно, короче, ладно. Без смерти. Не, без смерти, не, подожди, смерть они мне здесь помогают сократить. Давай пройдем. Да, пройдем ли зону муза автомата. С этой попытки. Вот так вот.
Да. Нет, то что смерть мне здесь помогает побыстрее, да, ну, скажем так, сократить себе дорогу. Давайте 2 минуты вам даю. Погнали. Погнали! Крутим рот того казино. How you feel yourself, Карин? Так, все, прогноз пошел. Прогноз пошел. Карин, we have the prediction. If I can clear this stage with one attempt. Oh, with 20 minutes. So we can join to the prediction too. Ладно, в очередь, песенки, дети. В очередь. Там снайпер сидит, да? Ага, вижу. Хорошо засел. Плохо засел. Говорили ему, не садись на пенек, не ешь пирожок. Вот он не понимает. Усиление, 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 быстренько. Старые уничтожаем, новые подбираем. 3-3, 47, 47. Понятно, мимо. Это разные, да, виды. Убираем. 11-9. Убираем. Я не так много их убираю, просто уже повторяющиеся пропадают. Повторяющиеся пропадают. Понял, понял, Фон. Ничего, ничего страшного. Сам не знаю, но... Типа... Не осуждаю. Всякое бывает. Правда, зачем полную инфу писать, я так и не понял, но... Может, прикол такой. Так, 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 так. А вот это сейчас вот не очень хорошо. Постоянно лечат. Лично все, зона зачищена. Уходим, уходим, уходим. Урон от формы кумулятива игрока 75. В смысле? А что это за бред? Почему минус 75%? От формы кумулятив. А почему так? Кто знает, почему мне кумулятив режет урон? Я так и не понял, ладно. Не-не-не, ты да, оставайся там, ладно? Тебе лучше там, чем здесь. Просто плохо, шарик всех вообще лечит. Даже те, кто далеко от него находится. Поэтому сейчас вот эти вот тоже изначально лечатся. Быстрее, 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 быстрее. Самое подлое будет, когда пройдут взрывики. Где шарик? Сфера прям конкретно все портит. Так. Сократим. Тихо, 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 приятель. Не-не-не, не вставай. Тебе тоже не надо вставать. Честное слово, тебе это не надо. Да откуда ж вы претесь-то только, а? Все. Опа, я файл нашел, потом почитаем. Ладно, приказ о проведении расследования. Пипец тут файлов-то оказывается, а? Так, составлено агентом Линдси Малькольм. Старший дознаватель. Сейчас почитаем. Сейчас почитаем. Yes. Воу. Окей, окей. Feel free to use them. Так, так. Нет, means yes. No, no. It's just a joke. Да, класс. Так. Какого хрена ошибка? Обновить страницу. О, трусишки боят сливать поинты. Ну, короче, 500 надо. Илюх, не показано, что ты их поставил. Так, тема. Благословенный ремонт и обслуживание. Причина расследования. Музыкальный автомат «Песняр» привлек внимание агентов бюро благодаря передаче на местном радио, в которой шла речь о придорожной закусочной у Текса и происходивших в ней событиях. Каждый посетитель утверждал о временном перемещении в место, описываемое ими как песчаный пляж. В тот же день бюро изъяло объект. Посетителям сообщили об утечке газа, которая вызвала галлюцинации о песчаном пляже.
При допросе владельца закусочной выяснилось, что за день до происшествия альбомы в объекте были заменены представителями компании, обслуживающей автоматы. Он оставил в автомате всего одну песню, такую-то. Агент попытались разыскать благословенный ремонт и обслуживание, но в штате не обнаружилось компании с таким названием. Принятые меры. Расследование дела о компании «Благословенный ремонт и обслуживание» находится в подвешенном состоянии. Все возможные материалы по этой компании, ее сотрудникам и прочим лицам, имеющим к ней отношение, немедленно направляются к господину такому-то из сектора расследования. Угу. Я сливать не боюсь. I could no longer participate in that very quickly. Yep, it's about 2 minutes that I set up. Так. Подожди, а где оно? Снизу получается? Я что-то наверх полез зачем-то. Ну ладно. Зато нашли файл, который можно было почитать. Но явно только за этим мы сюда залезли. Главное, ножки не ломай. А, я уже слышу. Засранцев. А, точно, в пещерке же было. Точно, точно, точно. Быстрее. Чистись. Ох, это еще и летун. Вот я вот этого больше боюсь. О, отлично, все. Убивайте быстрее, убивайте. Как же FPS проседают, а? Да у... самому убить, чем дождаться, пока пристрелят. По крайней мере, здесь. А это экономит приблизительно 1,5-2 минуты. Ну ладно, минуту. Не, наверное, все-таки 1,5-2. Так. Так. Второе пошло. Так, ну тут, короче, всех... Ай-яй-яй, она меня по голове ударила! Все, я понятно. Эта штука меня сверху припесочила. Вот это подстава была. Это сейчас была подстава. В общем, конкретная подстава. Черный список сразу. Че. По голове. Thank you for the water, Карин. Че там история какая-то, да, была? Шпотеку-то не поставил. Сейчас думаю, что нужно было all-in сливать. Торговый представитель. Мы ищем грамотных коллег для продажи. Я с Китая сижу и думаю, что это таким грамотеем. С Китаем. Бывает, бывает. С Китая. С какого района там, из какой деревни. Так, ну ладно, у меня есть пока тактика на ближайшие 3 волны, а 4-ка так не работает. Да куда ж ты? Давай нормально. Спасибо. Чё ты такой сложный? Ой, у него ракета была, оказывается. Оп. Куда? Прям в яблочко. Да? Не, ладно. Была плохая попытка. Очень плохая попытка. Я хоть не с района. Да. Сразу же, да. Первого же просто. Что, глазу начало мозолить? Глазо мозолить. Угу. Глаза мозолить. Все. Глазо мозолить начало. Никит, большое спасибо за рейд. Ребята рейдеры, всем привет. Тачи, большое спасибо за фоллоу и добро пожаловать в команду. Будем надеяться, не пожалеешь об этом. Как прошел стрим, Никит? Как Цусима? Не смог, к сожалению, поприсутствовать, так как интернет, как только дали, я считаю, сразу же запустил стрим по контрол. Ибо уже очень много дней пропустили. Надеюсь, не слишком. Холла Никита в рейнджоне. Почему урон от формы кумулятив?
Но мне как бы сейчас не кумулятив стоит, но тем не менее. Почему урон кумулятива пониженный, непонятно. Подожди, это каждый раз по-разному. Да, он дает, понятно. Потому что это было 100% урона, теперь просто 75% от кумулятива меньше будет. Все, понял, принял. Со 100% урона как-то попроще было, скажу я. Время быстрее. Ну, не время быстрее, точнее, испытания быстрее выполнялись. Так как врагов быстрее убивали за счет этого. Получается, что... может по полной... слушай, еще продолжение есть, эта локация. Я даже не знал. Все, помер. С ним посложнее надо. Вот так вот, да? О, на, обратно. Что-то почитать можно будет, да, еще или нет? Или послушать? Не? Ну ладно. На, нет, сюда нет. Наверное, с этой волной, да, лучше бегать. Это вот во второй волне можно посидеть, когда взрывающиеся летуны, блин, идут. Ох, по голове, как тебе такое. Как тебе такой расклад, приятель? Все? Теперь все. Так, иди убивай за меня. Где еще? Есть волна? Нет, нет волны. Где еще один, да, остался? Не вижу. А, вижу. Все, 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 все. Первая волна пошла. А, так, что там, что там, что там у вас? Трейд мазафаком. Здорово, здорово, рейдерам, да. Так, кто еще? Засранец ходит. А ну, кстати, нет, 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 пошел в обход, да? Пища. Ох, нифига, как тебя штырит, приятно, да? Тут причем еще не все. А вон они еще появляются. Так, наверное, больше всего времени потратить можно, конкретно на этих волнах. Где? Уже даже не вижу, не слышу. Куда спрятались? А, вон, стоять! Последний или не последний? Где ты еще попрятались? Увидел. А, ну вот, как раз основной, да? Патроны, перезарядка. Одна волна осталась. Так. Get myself and open the door. ФБРовцы к нам пришли, а? ФБР! ФБР! Не надо, не стреляйте! Дверь моя вам не отдам! Не-не-не, при... Ой-ой-ой-ой! Надо срочно лечиться! Да ну нет, ну опять, блин, сраные волны, вот реально, больше всего какие-то сраные волны ненавижу, а. Friendly Fire, да, здорово, здорово, рейдерам, здорово, здорово, здорово. Жесть. В чем прогресс-то не сохраняется?
Что там нашел? Клип какой-то или что-то такое? Что там? Что-то по контролу. Что я убежал, нужно срочно. Давай, давай, хорошо, Никит, давай, удачи тебе. Удачки. Пишем пока, Джон, да. Именно так. Я Карин, it's all set. Guess I'm fucking messed up here. Интересно, кто победит по ставкам в итоге, а? Пройдем или не пройдем? 12 минут осталось, блин, а? Надо было стоять, наверное, напоследок. Эти сраные волны. Не знаю, как их побыстрее пройти. Собрать всех в одном месте. И отстреливать. Как поросят. Ставки уже были, Фион. Ставки уже были. Кто успел, тот поставил. Кто не успел, тот съел. Так, не-не-не, вот это вот ты давай, завязывай с этим делом. На тебе сразу же трансформатором. Воу-воу-воу-воу-воу, не-не-не, я уже убил одну летающую хрень. А вторую куда-то, ага, о. Отправить обратно. Куда? Серьезно? Я... Стой, подожди, я свою же поймал? Реально можно свою ракету поймать обратно? Слушайте, а это классно. Вот что не ожидал, того не ожидал, что реально можно свою ракету обратно поймать. Смотрите. Оп, и обратно. Вот это забавно. Очень забавно. Обычно такого в играх не ожидаешь. Выстрел, свою ракету поймал, обратно запихнул. Все, до свидания, ты приехал. Где еще? Главная звезда. Уф! Да, правильно, тут слегка... понимаю, понимаю. Это бывает, Фион. Это бывает, ничего страшного. Все люди, всем свойственно отвлекаться. Не-не-не, приятель, вот это вот не надо нам сюда. Где ты? Где гребаный Ворошилов? Еще есть? Да как ты жив-то до сих пор, а? Обратно. Главное стрелка убить. Все остальные так, шутка уже. Смотри, выжил до сих пор, а? До сих пор живет. Как твои дела, Самурай, скажи мне? Все ли у тебя хорошо? Все, с этим тоже все, да? Остались крикуны. Так, последняя волна. Самая-самая. Самая противная. Как собака? Это плохо. Нет, реально плохо, что старше как собака. Что, день сложный был на работе, да? В очередь, в очередь, в очередь. Самый, как бы, смак будет в конце, когда последний придет, который камнями кидает, приятель. Самый такой момент неприятный. Тихо, тихо, не, вот так не надо. Иди лучше воюй за меня. А времени-то мало осталось. Вон он, уже снизу, уже снизу. Надо подумать, как бы его... Можно было напрячь. Просто очень мало я ему снимаю жизнь.
вот он мне очень много снимает. Где полечиться? А, он еще и не один сейчас, да, я не убил всех стрелков. Это проблема. Она не удержала. Она не удержала патроны. Она их отпустила. Но это, возможно, сейчас опять мертвая попытка, скажем так, всратый забег конкретно сюда. А может и нет. Ладно. Блядь, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Не говори всратый, пока не засрал. Блин, он далеко слишком, не могу ему управлять. А, вот тут рук взял. Опа, опять появились взрывунчики. Терпите. Пока без чата, пока мы с ними разберемся. Просто самый такой сложноватый приятель здесь. Потом будем так ему атаковать. Где он? Надо мной. Сбивать получается камнем по голове, да? Не попадать под его камни. Тихо, не, неприятен. Давай, вот без этого. Сколько мы ему снимаем? Ага, все, отлично, отлично. О, его труп. Давай, где твои друзья, взрывай. А, все. Ладно, хорошо. Фуф, ладно, все, самое сложное позади. Ну, не считая битвы, да. Блин, 5 минут осталось, охренеть. 6. А можем вот так вот сократить хотя бы, чтобы по камням не прыгать? Пожалуйста. Вот прям туда меня, начало, да? Нет? Нет, я понял. Либо умираешь, либо... Я просто не особо понял, как еще того босса убивать. I'm trying, Карин. Trying so hard. But I'm not sure that I can finish it. Блин, реально обидно будет, если мы сейчас здесь продуем. Получается, больше всего времени я трачу на волны. Причем конкретно из-за последней. Остальные такие сложные. Так, где? Где труп? Он поменял место расположения, да? Шикарно. А в том же самом месте не могли оставить, не? Не стреляй! Где? Я слышу. Отлично. А последний день... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Самое неприятное это вот эти как. Все понятно. Япона твоя мать, а? Не успеем, походу. Походу не успеем. Последний гад, потом всех ловишь. Ё-моё. Да, нехило тебя сегодня так.
Спасибо за водичку, самурай. Блин, я не знаю, даже как побыстрее можно попробовать. Сначала сам в конце найти телефон. Ну, не телефон, а этот, типа, чип. Ставочка? Нет, пока еще нет. Мы же... Ну, сколько, 3 минуты у нас еще осталось? Ну, возможно, да. Возможно. Спасибо за баг. Не дал Илюхе. Самый такой был агитатор заставки. В итоге всех сагитировал, а сам не смог. У нас еще есть время. 3 минуты, да, осталось? Или сколько там? 35, блин, а? Раз, два, три. Сколько не по голове, пожалуйста, блин, а? Было бы забавно, если бы опять мне по голове заехал. Так, короче, идем от конца, получается, к началу. Они места свои не поменяли же, правильно? Расположение. Думаю, нет. Поэтому идем от конца. Один здесь. А, чё вы появились? Не-не-не. Подожди, подожди. Не-не-не. Почему вы появились здесь? Ну, все это минус время, походу, да? Не-не-не, вот этот все, он мне сейчас все запокапит. Просто засранец мне все порушил. Быстрее. Она просто очень долго считывает информацию. Мне просто в голову сейчас зарядит, смотрите, и убьет. Проверяйте. Что, не убьет? Серьезно? Ха, слабак. Валим. Обзываться нехорошо. 2 минуты. Не, я не успеваю. Не успеваю, банально. Да, и вон еще приятели появились. Все. До свидания, Гоха, да? Они опять поменяли место в расположениях. А можно как-то перезапустить, нет? Никак нельзя перезапустить. Да, ну сейчас я раздам, ребят, баллы, потому что банально не успеваю по времени. Сейчас. Давайте еще раз устроим. Вот уже мы час, да, час тратим время на ерундовину, на которую мы не можем пройти. Выбрать исход. А, выбрать исход. Пойдем ли на зону? Нет. Нет, завершить. Завершить. Да вам, вот вам еще один прогноз, короче говоря. Начать прогноз. Прогноз это попытки. Да, все, 2 минуты, время пошло. Все. Свайн минутен. Какая же гадость с этими автоматами, а? Прям неожиданная гадость. Фион, если здесь, не переживай на тему аниматора, и все, он улетел от нас. Хорошо, он нас здесь больше не побеспокоит. Кать, приветики, рад тебя видеть. Как ты? Как твои дела? Как твое самочувствие и настроение? Привет, пишу тебе с другой квартиры же. Ира, приветики, рад видеть. Все получилось, получается, да? Ну, в положительном ключе. Ну и все, ничего страшного. Пришел, зафоловался, отфоловался, ушел, как бы. Залетные такие бывают. Я так понял, что он уже не на первый стрим приходит твоим там друзьям. Что-то подобное выдает. У кого-то еще на канале подобная фишка с ним была. Только я не помню у кого. То ли у Никиты, то ли. Ну где-то, короче, я видел комментарии не очень хорошие в его сторону. А теперь-то они меня верят, да? Так, знаете что? Погнали изначально в эту срань, а? И тогда уже будет понятно, справимся с остальным или нет. Мне не нравится. Так он у тебя в друзьях или где? Просто, может быть, он тебя по друзьям отслеживает? Просто там можно удалить человека из друзей, он не будет видеть, где ты находишься на этих стримах. Не в друзьях.
Тогда странно. Ой, холода, да, Катя, это я тебя понимаю. У нас уже дожди начались, прохлада. Не самые приятные. Хватит стрелять! Осколки. Подожди, осколки. А у меня что, как раз таки? У меня же осколки сейчас, да? Нет, заряд и хватка, ладно. Осколков у меня нет, заряд и хватка. С таким можно работать. Куда полез? А ну-ка вернись. Обратно. А это он попал. Ну-ка давай. И поговорим по душам. Вернись. Секунд. Маш, приветики. Спасибо большое за рейд. Ребята, всем привет, кто пришел от Маши. Добро пожаловать на контроль. На наши страдания в контроль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ну-ка. Воюй за меня. Умри и убей за меня. Все, молодец. Кто стреляет? Не-не-не-не. Убей. Убил. Живой. Это, ребятушки, тут вот очень-очень тяжелая секция. Во-первых, на время, а во-вторых, враги убивают буквально с пары попаданий нормальных. Так, первая прошла, отлично. В таком положении, как хотелось бы, так все фигово. Но уже рада, что не все так фигово, да? Хотя бы уже получше, чем было, я думаю. То есть вопрос квартиры на ближайшее время уже решился, да? Я так, потому что не смог товарищу найти никого. Так, спокойно, спокойно. Забираться нельзя, это против правил. Это против правил. Откуда стреляет? На, обратно. Вот тут сей клон явился. Не-не-не, обратно. Не знаю, попал я в него или нет. Надеюсь, что да. Нет, я понял. А вот теперь попал. Так, третья волна самая-самая. Самая опасная, самая жестокая. И он еще там, да? Он выбрал для себя наилучшую позицию, с которой он может по мне попадать, да? По-хорошему, мне сначала бы с ним разобраться. По одной простой причине, он самый мощный здесь. Команде приключенцев. Ага, я где-то слышу, это он? Да. Не уверен, что я по нему попадаю, я понял. То он по мне попадает очень хорошо. Да, он самую позицию занял, выгодную теперь. Компьютер учится игре. Он теперь занимает мои позиции выигрышные. Хватит. Нет, я понял. Сейчас, ребятушки, правда очень сложно. Умри за меня. Сейчас стрелять начнет. И прям в голову, хорошо. Думаем, явно снайпер. Очень-очень хороший. Как бы с ним разобраться-то так? С меньшими проблемами для самого себя. Пока не знаю. Не-не-не-не, давай. О, иди убивай самого. Разрешаю. Уверен, ты справишься.
чем лучше меня. Уф, что-то реально жестко и жестче, чем кажется. А ты как? Это поехали, блин, да? Опа, па-па-па-па, все, полетели. Полетели. Взлетели по кочкам. Надо полечиться срочно. Ну да, он занял позицию, где у меня все аптечки там остались. Прям все, что мне надо. И вот он вышел, да? Дайте хоть почитаю, ладно. Фух, хоть отвлекусь немного. Так, надо просто заблочить. Да я... А, это вот, ну да, в принципе. Это да... У меня потихоньку. Сломалось немножко, прям простыл, но так, на 1-2 дня. Уже почти все прошло. Не-не-не, пишите, да. После решил, спасибо за желание. Да ладно, если бы помог, еще было бы куда лучше, но видишь, как вышло. Что сделал? Да ничего, просто общается как-то очень странно. Видите? Разводил, да, разводил меня на вебку, да. Это же не бан. Ну, просто странно общается человек. Так уж как так. Опа! Еще пескуны где-то есть, да? Я понял, я попадаю ему так через текстуры или нет? О, давай, иди сюда. Мне здесь понравилась позиция, давай. Куда? Вернись. Я все прощу. Вот так тебе. Все, да? Я говорю, все упирается в него, потому что этот гребаный щит, он еще в ответ камнями кидается в меня. Он страшно кидается на самом деле, а? Видели, как кинул? А все, я его убил, а я молодец. Справились быстро, все, бегом. Бедные FPS, как они сильно проседают, а? Как же сильно они здесь проседают. Это да. Мой главный первый аниматор, девки текут на тебя глухо. А я знаю, да, я знаю. И знаешь, как правда в глаза колет, да. За правду обиднее всего. Не, мы с ним пересекались в некоторых снимах. Но не более того. А тогда, за правду, конечно, я бы забанил, да. Это прям дело такое. Муф. Самое большое, что можешь сказать человеку, ты вообще кто такой? Такая фамилия. Ну блин, ну да. Я это понимаю. Так. А чё здесь никого нет? Обычно они в самом начале прям начинают вылезать из всяких щелей.
Ага, во, побежал, побежал, первый пошел. Парашютики не забываем парашютики. В кого? Где еще? Где твои друзья? О, поздоровайся. Попрощайся. О, а вот они и появились. Вовремя. Самое главное вовремя появиться. Нестерлай! Нестерлай! Я надеюсь, сейчас мы эту штуку пройдем. И хотел бы еще раз не застревать. О, прям передо мной вылезла, смотри на нее, а. Это страшная штука, потому что она невидимая. И она жрет. Она постоянно жрет. Не, я сам, конечно, тоже постоянно люблю пожрать. Но это прям очень страшно. Воу-воу-воу, я увидел. Я увидел, полечился. Я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж творится-то, а? Что ж в мире делается, а? Где он? О! Полечились. Да, здесь мы немножко времени потеряем. Значит, того, что нужно полечиться, иначе нас просто убьют потом. Она где-то... вон она где-то ползает. Вот, это она, это она. От кого-то ракета полетела с другой стороны. Видишь ее? Вон она. Бросается говнецом всяким. Ну, иди отсюда. Умерла? Сбежала, наверное. Бегом, 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 бегом. Время-то идет. Время не резиновое. И от Гугз на второй раз это считается. Все может быть призма. Приветики, рад тебя видеть. Как ты, как ты? Если что-то на Гугу, человек сидит уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там же не холодная, не холодная течет, Зен. Ну ты как маленький, а? Там всегда тепло. Отлично, все, убивайте, убивайте быстрее, я на той стороне окажусь. Быстро. Ну быстрее, это будет реально быстрее. Ну? Еще. Есть все. Есть все. Спасибо. Сэкономили себе минуту возвращения. Фуф. Минуту возвращения. Как ты, призма? Расскажи мне. Как твои дела? Как твое самочувствие? Фетиш Гохи конфирмит. Да чё фетиш-то? Это было бы странно, если бы я этого не знал. Знаешь, как там, где влажно и тепло, там всегда нам хорошо. Вот эту вот истину мою запомню. По жизни пригодится. Это максимум звука, мой, но вот очень тихий звук выдает на максимуме, приходится прислушиваться. Но это, скажем так, это максимально комфортные настройки, чтобы вам и шум с улицы не был слышен, и как часы у меня тикают, тоже не было слышно, и игру, чтобы вам было слышно. Если просто делать громче, будет очень много фона. Так, у меня часы громкие довольно-таки в квартире. И как сверлят, да. Да, и как сверлят. Обычно у меня соседи любят это дело, когда я стримы запускаю. Куда сай? Спасибо, призма, за водичку. Ну, верно, да, кто как не мы знаем, знаем все твои. А еще бы, еще бы. Все свои фетиши знаем. Почему такая долгая загрузка? Как бы да, она вроде как время не жрет. Но... Но... Кто-нибудь вообще видит ползунок-то? Давно перестал двигаться? То есть я в чат и в чат лезу. Давай, подвинься хоть немного, дай нам знать, что загрузка-то идет.
Конечно, игра не за этот, не зависла. Соседи, да. Мне кажется, загрузка не идет, да, нифига. Игра, а, пожалуйста. Я же умер, чтобы себе время сэкономить, а не для того, чтобы, блин, зарунить все это дело. Если это все... Я просто третий раз и не знаю. Опять, блин, лезть в эту сраную машину. Давайте еще минуту подождем. Посмотрим. Кремс никак не определится, на каком языке ему общаться, да. Ну, игра, пожалуйста. Давай ты не будешь вот таким вот заниматься, а? Я ненавижу, когда игры виснут во время загрузок. Это самое просто гадкое. Что зачастую еще и сейвы ломает. Что еще хуже. Здравствуйте, здравствуйте, с возвращением на этот замечательный канал. Да, мы по вам скучали. Все, это чума, походу, началась. Это началась чума. Кажется, я выиграл. Не, в смысле. Ну, если игра сломалась, это не считается честным выигрышем. Ну давай, игра, хорош тебе, а? Реально, вот у нас сейчас такая хорошая заявка на победу. Быстренько, в принципе, и волну зачистили. И вот первое испытание, пожалуйста. Алло, Илюх, все честно, ты знаешь. С таким багом пользоваться не очень хорошо. И Таня тоже подхватила. Боже мой, а. Кошмар. Это как проказа, которая распространяется по всем чатам. Техническое состояние железки. Сделку не входило, да, техническое состояние игры. Ну да, ребят, по ходу игра просто надо дать. Я сейчас вот так вот сделаю. Попробую меню раз. Может быть, что-то получится, нет? Все еще понажимаем на всякий случай, да, но это редко когда помогает. Не? Не. О, призма, хоть кто-то смущением пользуется. Сервера Google, да. Да не, а при чем сервера-то? Сервера тут ни при чем. Если ценить от РКН. Так, ну что, ребят, давайте я сейчас просто-напросто игру перезапущу, ну, потому что явно она у нас на загрузке померла. На загрузке померла. Сейчас будем перезапускать стрим. Я не буду ставки отменять, ставки мы оставим. Сейчас мы просто загрузимся с того момента. Не пропадайте, да, сейчас я быстренько перезапущу это дело.